Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Золотухин. Я 18 лет работаю репетитором. Подготовил в прошлом году 85-100-бальников. Окончил Мехмат МГУ в 2009 году. Прошел обучение эксперта ЕГЭ по физике от ФИПИ. И 14 января я запускаю полугодовой курс на Марс, на котором мы пройдем все темы с начального уровня. То есть, неважно, знаете вы сейчас что-то, не знаете, мы пройдем все темы. Сань, да перестань, ты что напряженный такой? Ну как дебил просто. Ты что, камеры боишься? Да не боюсь я камеры, ну блин, ты меня просто сбиваешь. Давай. Я? Ты можешь петуха не давать, нормально говори. Блин, можешь помолчать? Сейчас, подожди. На курсе будут проходиться все темы, начиная с механики, молекулярной физики, электричества, магнетизм, квантовая и ядерная физика. И по окончанию прохождения этих тем вы сможете написать ЕГЭ более чем на 90 баллов. Если, конечно, будете делать домашнее задание и смотреть стримы. Ну вот это ты сейчас зачем сказал? Ну зачем ты это сказал? Что? Ну вот это зачем ты сказал все? Стримы, зачем это? Это что, по-твоему, купят курс? Ну, кто хочет смотреть вебинары и домашку? Если смотришь стримы и делаешь домашку, то у тебя что-то получится. Вот что я говорю. Ну ты это про себя говори. Кому охота покупать курс и делать домашку? Ты что, за дебила зрителя держишь? Да, а что мне говорить, что нормально? Нормально, скажи, ничего не делай, запишись на курс, все будет хорошо. Просто главное, купи курс и все. Давай так. Да хватит дебила себя строить, нормально записывай. Да не мешай мне, да я сейчас рожу свою сделаю. А с какого места мне говорить? Да сначала вообще все начинай уже. Дорогие... Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Золотухин. Я окончил Мехмат МГУ в 2009 году, уже 18 лет готовлю к ЕГЭ по физике. В прошлом году я подготовил 85-100-бальников и прошел курсы экспертов ЕГЭ по физике в прошлом году. Поэтому я знаю, как правильно нужно оформлять сложную часть. У нас очень много хороших отзывов ребят, которые занимались в прошлом году на полугодовом курсе. Они получили высокие баллы, там есть 80, 90 и много 100-бальников. Темы будем проходить с начального уровня, то есть даже если вы забыли все, что было до этого, то вы вспомните или узнаете всю школьную программу. Сань, рожа как у дебила просто. Да почему как у дебила? Ну такой вот ты! Дебил. Снимай заново. Ну а что мне, серьезную сделать или что? Или какую ты хочешь? Чтобы я нормальную сделал. Рожу сделал, расслабься. А не вот этот дебил. Вот так нормально? Давай. Мне вот так локти положить? Да всем насрать, как ты локти держишь. Нормально уже рожу сделай свою дебильную. Что с артом? Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Золотухин. Я готовлю к ЕГЭ по физике. В этом году... Да не цокай ты! Я не цокал! Тебе что, запись показать? Еще раз давай! Серьезные вещи снимаем. Да расслабь ты рот свой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Золотухин Александр. Я являюсь преподавателем ЕГЭ по физике. В 2009 году я окончил Мехмат МГУ. И подготовил в прошлом году 85-100-бальников. Также я прошел курсы экспертов ЕГЭ по физике от ФИПИ. В этом году я запускаю свой полугодовой курс на Марс, который стартует 14 января. У нас будет три вебинара. Вторник 18.15, четверг 18.15 и воскресенье 15.00. На курсе будет вся теория. Будет много практики, также у нас будут замечательные конспекты, которые мы составили сами, но это не значит, что вам не нужно будет записывать теорию на теоретических уроках. Это нужно делать обязательно, потому что так вы лучше запомните материал.
Сань, все отлично. Но звук не записался. Да вы за... Да сколько можно? Успокойся. Да сколько можно? Сань, ну хватит, отстань! Тихо. Записаться на курс по физике можно по ссылочке в описании.